Я говорю, молитва – это есть первый главный показатель нашего отношения к ближнему и к Богу. Все наши перипетии жизненные, все неурядицы, все они складушки зависят от нашего отношения к церкви, к молитве и Богу. Вот, человек наладит отношения с Богом, в церкви будет ходить на службы, исповедь причастия, будет молиться, как якобы подобает. Все дела его уладятся, и все благополучие наше тоже вот зависит от этого. Ну, это можно так вот, своими словами так сказать. То есть, первый показатель – это отношение нашего к Богу, церкви, к молитве. Будет отношение хорошее, так по-русски говорят, какой привет, такой ответ, понятно? Если ты так относишься к Богу, если они, а вы ходите в церковь, я хожу там это один раз, там, а это то, а причастие, ну да, бывает так, ну что это? Это несерьезно. Вот если человек серьезно будет относиться ко всему к этому духовной жизни, тогда никогда серьезных проблем быть не будет, не будет. Так что это вот. А то они все время жалуются, а на пустом месте. Чего жалуются? Иди молись, начинай молить, ходи к церкви, читай Евангелие. Все, все проблемы, no problem, все.